Среда, 23 мая. Я уже давно сбился с счета, какой день у меня сегодня идет, но факт остается фактом, что 28 числа я только выезжаю отсюда. Вчера и позавчера я отсыпался. Вчера я провалялся на море. Я все еще нахожусь в гостинице при автовокзале. Других альтернатив я даже не стал искать. В принципе, посчитав свои деньги, я понял, что я могу прожить здесь вплоть до своего отъезда и при этом покупать себе еду, не отказывая практически себе ни в чем, но поэкономить все-таки стоит. Я повторюсь, в это путешествие было взято всего 10 тысяч рублей и на целых 15 дней. Тяжко, но все реально. А мне надо пока добыть что-нибудь себе пожрать. Есть хочу. Вот, такой вот, да, у нас там открытый, не знаю, так, ага.